Конкурс проведут на базе техникумов и колледжей. Состязания пройдут почти в 70 направлениях. Среди участников – будущие виноделы, комнетесы и ветеринары. Участие в чемпионате примут и специалисты узкого профиля, к примеру, в компетенциях управления фронтальным погрузчиком или выпечка осетинских пирогов. В этом году в два раза увеличилось количество площадок и компетенций. Эксперты назовут имена победителей 25 января. Они войдут в команду Краснодарского края и отправятся в Южно-Сахалинск на финал 6-го национального чемпионата WorldSkills.